Знакомьтесь, это Нина, Андрей, Владимир и Михаил. Мы попросили всех составить для нас список товаров и услуг, которые они могли бы предложить для обмена, и другой список с товарами и услугами, которые они хотят получить, а затем поместить Скокер, разумные условия, подходящие для них бартерного обмена. Нина – студентка, она изучает информатику в Воронеже. У нее есть старая, но в хорошем состоянии физгармония, которая ей не нужна, а нужен новый или бывший в употреблении принтер, чтобы распечатать дипломную работу. Андрей – графический дизайнер в Воронеже. Вчера он купил новый принтер, так как старый уже не справлялся с объемом работы его офиса. На следующей неделе у его дочери день рождения, и он хочет сделать ей подарок – музыкальный инструмент. Владимир живет в Краснодаре. Он владелец мастерской по ремонту автомобилей. Он решил сделать перепланировку и ремонт в своем доме. Михаил – архитектор, и он тоже живет в Краснодаре. Машина, на которой он ездит на работу, нуждается в ремонте. Система Скокер использует уникальный метод автоматического поиска соотношений. За доли секунды сводит вместе заявки Нины и Андрея, а также Владимира и Михаила, так как в них находится информация, свидетельствующая о том, что они могут стать партнерами при бартерном обмене. Скокер заботится о безопасности ваших личных данных. Только ваши потенциальные партнеры для обмена по Скоквоту могут увидеть ваш электронный адрес и прочие предоставленные вами данные. С сегодняшнего дня Скокер безраздельно входит в нашу жизнь. Это часть нашей новой действительности, призванная вернуть нам улыбку и надежду. Скокер. А ты что обменял сегодня?